как ведет себя невоспитанный ребенок. Когда ему не нравится, начинает орать. Вам, когда не нравится, вы не начинаете орать. Хотя, в общем, может быть, и хотелось бы, но вы этого не делаете. У вас такое лингвистически усвоенное поведение, что нельзя, когда кричат, не ругайся. Потом вам давали по попе, когда вы кричали, оно связалось с этим словом «нельзя кричать» и так далее. Значит, ребенок может бить собственных там родителей, да, вот. «Ну, ты плохая, не покупаешь мне игрушку». Он ведет себя как нормальный зверек. Если бы мама в этот момент оскалилась и сказала «ху», ну, вот, то он бы залез под лавку. Мамы такого сказать не могут, а крик их выдает их слабоволие. И дальше дети творят все, что им заблагорассудится. Но постепенно давление культуры приводит к тому, что сознание начинает прессом давить на наши влечения, чтобы они не вырывались, чтобы не проявляли агрессию, чтобы мы от страха не убегали. Потому что в противном случае все бы мы с вами сбежали из школы.